Одно из самых известных предприятий Тверской области отмечает в этом году свой юбилей. Ровно 45 лет назад в регионе заработала птицефабрика «Верхневолжская». За все эти годы ее продукция получила известность и полюбилась не только землякам, но и жителям многих других субъектов центра России. Птицефабрика «Верхневолжская» является крупнейшим птицеводческим комплексом в Тверской области. Основанная в 1976 году, она быстро вышла на проектную мощность – 5000 тонн, а спустя 10 лет превысила ее в полтора раза. С тех пор производственные показатели постоянно повышаются. «Верхневолжская птицефабрика на сегодняшний день производит более 18,5 миллионов инкубационных яиц в год, производит 18,5 тысяч мяса бройлеров в год. Соответственно, в этом году мы уже начинаем и в следующем году увеличим производство более чем на 40%. Такого успеха удается достичь в первую очередь за счет постоянного обновления кроссов и оборудования. Напомним, что кроссом называют гибриды и породы домашней птицы. Сейчас средний вес одной головы бройлера в возрасте убоя составляет почти 2,5 килограмма. Помимо прочего, огромную роль здесь играют корма. По словам заместителя гендиректора Артема Ражева, это 70% слагаемых всего успеха. Мы обязательно перед работой с каждым комбикормом заводом его посещаем. Мы полностью оцениваем их технические возможности. Потом, когда мы уже приняли для себя решение, что завод может произвести для нас такие комбикорма, составляем, ну опять же, оформляем уже по техническому заданию рецепт, который нам готовит технолог комбикормового завода. Мы его согласовываем, подписываем и дальше работаем. Что касается техники, то на Верхневолжской сделана ставка на закупку только лучших зарубежных производственных линий. Убойный цех мощностью в 6 тысяч голов в час позволяет перерабатывать до 40 тысяч тонн мяса птицы в год. Автоматизация большинства процессов дает возможность выпускать высококачественную продукцию в широком ассортименте. На нашем предприятии установлено высокотехнологическое оборудование, которое позволяет нам производить мясо птицы хорошего качества. До 100 тонн в сутки. Всей продукции в ассортименте. Мы производим как тушку птицы, так и ее разделку. Это окорок, крыло, бедро и субпродукты. Особо стоит заметить, что птицефабрика «Верхневолжская» – это предприятие законченного цикла с развитой инфраструктурой. Водозаборные скважины, электричество, газ – все свое. Все это вкупе с профессиональным менеджментом и трудолюбивым коллективом дало возможность предприятию стать одним из лучших в России. Более того, не будет преувеличением сказать, что выпускаемая здесь продукция соответствует лучшим мировым стандартам. Это позволяет с хорошим настроением встречать 45-летие и с оптимизмом смотреть в будущее. Мне хочется от лица акционеров нашего предприятия поблагодарить коллектив за вложенный труд, за грамотное управление, за небезразличное отношение к труду. В общем, за все то, что является слагаемыми успеха предприятия.